Любой садовод, меняя ландшафт в своем пруду, переживает самое настоящее дни творения. Только в маленьком, миниатюрном масштабе. Здесь не прерии, а садики злаков. Не горы, а горки. Не пруды, а прудики. Я Ирина Белышева. С вами программа «Ландшафтные хитрости». И сегодня мы поговорим о декоративных прудах в саду. Тихий весенний дождь. Ракушки на маленькой отмели он еле-еле смочил. Почему-то понятие «декоративный пруд» немедленно рождает ассоциации с японской поэзией. То ли дело в минимализме, свойственном и этой поэзии, прудикам, то ли дело в том, что вода в саду – это всегда настоящая поэзия. Даже если пруд совсем маленький, на его глади все равно отражаются небо, облака и звезды. Казалось бы, чего проще – выкопал яму и налил туда воды. Но многие садоводы умеют превращать искусственный водоем в настоящее искусство обрамления водных зеркал. Например, декоративный пруд Татьяны Игнатенко, у которой мы в гостях – это настоящий уголок природы. Татьяна, ну давай начнем с философских вопросов. Вот зачем вообще человеку в саду нужен пруд? Что это? Аквариум для рыбок? Это место, где растут нимфеи. Вот для чего он нужен? Ну, для всего, то, о чем ты перечислила. И для рыбок, и для нимфей, для ощущения воды, свежести в саду. Как говорят, нужно смотреть на три вещи, да? На какие? На огонь, воду и как другой человек работает. В принципе, все присутствует. Но третья часть – это я. Ну вот расскажи вот про растение, которое мы здесь видим. Что это такое? Ну, нимфеи. То есть нимфеи у тебя двух сортов, да? Да, двух сортов. Ну, здесь вот прибрежная зона. Здесь и самопривнесенные растения, всякие осочки, например, овсяницы, вербейник, манечатый. Это все появилось. Это то, что само выросло? Да. Вот с ручья принесены калужницы, например. Ну и посажены всякие культурные растения, баданчики. Вот это, да? Да, ирисы всякие, хосты. Скажи, а вот когда человек устраивает пруд и устраивает как бы уголок живой природы вокруг него, вот цель имитировать вот существующую природу или все-таки свою мечту о том, как это красиво должно быть в природе? Ну, естественно, это должно быть красиво, в природе красиво, но человеку хочется это, так сказать, сделать по-своему все равно. А-а-а. Человек-то этим и грешен, что он все пытается, норовит перестроить, природу победить. Так вот и мы. У нас же каждое свое понятие о красоте, правильно? Кому-то нужны строгие геометрические, кому-то нужны пейзажные, естественные. Вот насколько я знаю, этот пруд у тебя уже второй. У тебя раньше был другой пруд. А расскажи вот историю свою, как, то есть с чего началось, как, когда ты первый раз решила сделать у себя пруд, как ты его сделала, почему ты его переделала. Вот с самого начала, что это было? Сначала появилась маленькая корыца, как у всех. Маленький-маленький мини-прудик. Затем захотелось побольше, но рыть, так сказать, достаточно трудно и особо некому. Появилось рядом второе. Якобы пыталась я сделать перешеек, как бы все это дело было слишком искусственно, неинтересно и все равно мало. Ну и в итоге удалили эти два мини-прудика, углубили, продлили, насколько было возможно. В принципе, хотелось бы и побольше, но уже были вот эти деревья, которые не давали возможность. Понимаешь, это все-таки кедр, его просто так не пересадишь и не удалишь, жалко. Ну и вот пришлось вот сделать такой вот фасолин. И здесь уже было достаточно замощенное. То есть места для прудика не так уж было и много. Хотелось бы побольше и даже поглубже. Так, да? Ну, а сейчас вот глубина его какая? Максимально 1,20 м. То есть эта глубина необходима для того, чтобы росли нимфеи, да? Нет. Чем глубже, тем лучше. Но у нас, если ты знаешь, что близко грунтовые воды, и уже на 1,20 м начала сочиться вода. А так как пруд плёточный, вода могла просто элементарно его начинать выталкивать. То есть вот мы остановились на 1,20 м. Он везде одинаковой глубины? Нет, конечно, он идет полого, ступеньками, как обычно. Вот такой классический. А расскажи немного о технологии. То есть вот если человек решит у себя завести пруд, надо выкопать яму, да? Да. И дальше? Ну вот у нас, например, бутылка учуковая пленка. Это как бы наилучший вариант, потому что она ей дает 50 лет гарантии эксплуатации. Но чтобы защитить ее от каких-то там мелких острых камней, там, то, что может повредить, сначала выкладывается геотекстиль. Такой дарнит. Затем кладется пленка. И сверху тоже желательно положить его же, этот геотекстиль, чтобы таким образом не поранить, не повредить этот бутылку учук снаружи. То есть те же вот камни, которые мы обкладываем, они могут быть острыми. Вот и все. Затем обкладывается камнем, насыпается песок,
галька, у кого что есть, и начинается уже мудрствование, кто как украшает. Вот украшение пруда нимфеи. А расскажи немного об их поведении. Я знаю, что они скоро закроются. Ну, сортовые нимфеи, да. Они их плюс в том, что они красивые, обильно цветут. Кстати, вот жаль, что прошло массовое цветение. Было здесь, например, до десятка цветков. Здесь было тоже 8-9, что, в принципе, для нимфеи нечастое явление. Но они быстро закрываются. Где-то вот уже в 2 часа дня они могут закрыться. Также они реагируют на дождь. Дождик начинает, они закрываются. А сортов нимфей много существует? Ой, конечно, очень много. Ой, куча. Еще бы ты хотела завести? Я бы, естественно, для этого нужен пруд. Если еще одну завести, то не будет глади воды, понимаешь? А это не есть хорошо, теряется смысл пруда. То есть вот это одно растение и вот это одно растение? Да, да, да. В принципе, здесь уже больше и не требуется. Нимфы в греческой мифологии – это божества природы – лесов, гор, озер, рек и морей. Неудивительно, что так прекрасны нимфеи – цветы, названные этим именем. По-русски они называются, впрочем, тоже очень мило – кувшинки. Есть легенда, что кувшинка была когда-то белой нимфой, которая погибла от неразделенной любви и превратилась в прекрасный цветок. Нимфеи бывают белые, кремовые, бывают золотисто-желтые, оранжевые, бывают розовые, очень эффектны малиновые и темно-красные. Существуют сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветками. Одни из кувшинок раскрываются днем, другие – ночью. Некоторые очень ароматны. Нимфеи предпочитают стоячие или медленно текущие воды и солнце. Они нуждаются в глубоком слое питательной, илистой или глинистой почвы. Есть вполне зимостойкие кувшинки, которые прекрасно чувствуют себя в российской средней полосе. Однако даже зимостойкие нимфеи не выносят промораживания корневища, поэтому надо высаживать их в достаточно глубоком месте водоема. А рыбки, вот теперь давай поговорим о рыбках. Рыбки, да. Рыбки, ты их воспринимаешь как домашних животных или как украшение? Тань, ну а вот что касается рыбок. Они для тебя все-таки кто? Домашние животные или украшения? Ну, домашние животные. Да? И украшения, естественно, приятно на них смотреть-то. А что ты делаешь с ними зимой, как они зимуют? Зимой я им ставлю компрессоры. И достаточно такие простые аквариумные, домашние. Просто их ставлю в пенопластовый ящик такой, чтобы не было попадания влаги туда. Все прекрасно, он накачивает воздух, подает им воздух. Им-то самое главное не мороз, не холод, а отсутствие кислорода. Они просто задыхаются, особенно весной. То есть пруд этот не перемерзает? Зиму. Перемерзает, но просто образуется или лунка, где работает компрессор, вернее, куда подается кислород. Или, если уж очень сильные морозы и много снега, образуется купол такой. А внутри, естественно, воздух подается извне. Но это то, что вот рыбок этих так много, это обозначает, что там хорошо просто здесь, да? Естественно, даже слишком, потому что мне такое количество рыбок уже не нужно, сама понимаешь. Понимаешь, во-первых, их кормить, во-вторых, у рыбы же тоже должна быть своя территория. То есть на этот в принципе, бассейн положено где-то не больше десятка взрослых рыбок. А их здесь уже, посмотри, сколько. Ну да, то есть на развод. Да, но они не дают себя вылавливать, кстати, никаким образом. Да ты что? Никакими сачками, ничем, только, я не знаю, сети какие-то нас забрасывают. Да. Таня, а вот это что? Это есть вот этот бутилка-учук, о котором мы говорили? Нет, это уже, так сказать, наши свои домашние технологии, чтобы скрыть его. Он, во-первых, некрасив, просто черная пленка. Во-вторых, естественно, от солнца она портится и может потрескаться. В продаже, конечно, такие штуки есть, но цена у них, если ты не знаешь, больше 1000 рублей квадратный метр. То есть вы делали их своими собственными руками, да? Да. А как? Ну, вот взяли оставшийся кусочек вот этого самого геотекстиля, или дарнит он еще называется, смазали его силиконом, но именно для аквариума, потому что здесь же у нас рыбы, и простой силикон мог бы повредить, естественно. И рассыпали мелкую гальку, затем стряхнули. Все, что осталось, приклеилось, осталось. Все, что не нужно. Как интересно. Да. Получилось совершенно естественно, да? Ну, как естественное окамление прудов. Тань, ну а вот что касается воды. Как ухаживать за водой? Часто ли ты ее меняешь? Вообще, какова технология ухода за водой? Ну, желательно ее не менять, а добавлять, потому что если ты поменяешь, нальешь новую, вся экосистема, естественно, слетит, ей нужно будет все заново. Она начнет цвести. Это нормальное явление для свеженалитой воды. Должна процвести.
должны завести всякие там жучки, паучки, бактерии, водоросли, которые, естественно, и создают весь биотоп. Единственное, что я делаю, добавляю свежей воды в жару побольше, а так поменьше. Когда дожди идут, то ничего не нужно добавлять. Уход за таким прудом можно назвать трудоемким? Ну, в принципе, нет. Если только не занести вот это растение, которое я посадила, вот с мелкими листьями, похожее на кувшинку, но это называется нимфейник. То есть не нимфея, а нимфейник? Нимфейник, да. Он цветет желтеньким. В принципе, приятное растение. У некоторых он даже и вымерз, к счастью, для них. А у меня он почему-то не вымерз, понимаешь? И он заполонил нам, например, вот все вот это пространство, он затянул, и то есть непонятно было, где кувшинки, где вода, где рыбы. Рыбам, кстати, это хорошо, они-то любят укрытие, естественно. Но мне пришлось уже, так сказать, гостей туда загонять, которые выдергивали со дна, пытались. Ну, а эти небольшой кустик ты оставила для красоты? Нет, это то, что вот осталось от малейшего корешка, и моментально он начинает разрастаться. То есть оно очень агрессивно. Да. Таня, ну а вот если человек захочет, вот у меня нет прудика, типа меня, человек, который захочет завести прудик, вот что бы ты мне посоветовала, каких ошибок избежать, что вот, на что обратить внимание? Ну да, какие ошибки? Чем есть возможность побольше прудик и поглубже, и ошибок не будет. Ну, естественно, при рытье надо учесть, что склоны должны быть пологие, потому что крутые пологи будут оползать, даже под пленкой, естественно, будут осыпаться. Потом задача такая, чтобы все берега были, естественно, в одной горизонтали. Иначе у тебя будет, понимаешь, один вода. Берег торчать, другой будет вода уходить. Это приходится делать уже после того, как вырыто, уже начинаешь, так сказать, наливаешь пруд и смотришь. И приходится где-то подбивать землю, где-то, наоборот, убирать из-под пленки. А камни это специально, вот они как бы продаются на строительных рынках, или ты их искала вот? Нет, все здесь найдено, все здесь, так просто сказать, собрано в окрестностях, да. Ты же знаешь, что у нас здесь ледник шел, и вот все эти вот эти вот валуны, все это, так сказать, найдено в окрестных полях. Буквально вот за забором. То есть я очистила поле, заниматься теперь там сельским хозяйством. То есть эти материалы характерны для Юго-Московской области, где мы сейчас находимся. То есть поэтому этот прудик можно назвать совершенно соответствующим ландшафту местному. Ну, валуны находятся по всему Подмосковью. Их, кстати, больше вот гранитные валуны, чем известняка. Известняк-то в некоторых местах. Вот, в частности, у нас здесь есть в Подмосковье под Серпуховым карьеры известняковые, и можно найти камушки. Ну, вообще, для пруда желательно, кстати, не известняк, а именно гранит. Потому что известняк подщелачивает почву, воду, и для рыб это может быть не очень хорошо. Понимаешь? Ну, понятно. То есть ничего сложного нет, да? Нет, абсолютно ничего. И самое сложное – это вырыть, потому что это, естественно, трудоемко. Ну, если есть техника, можно технику привлечь. Ну, в нашем песке копать, конечно, это несложно. Копали мы тут все вместе. Всей семьей. Всей семьей, да. И единственное, что, значит, боятся некоторые прудики копать, потому что как бы боятся комаров разводить. Вот для этого нужно рыбу заводить, которая будет съедать всех да? То есть, личинок, конечно. То есть вот эта биосистема, в которой существует рыба, она еще сокращает количество комаров на участке. Да, здорово, да. Как. В ваших силах сделать ваш пруд уникальным и не похожим ни на чей другой. Детали, неожиданное сочетание растений – это ваше творчество. Но есть опыт, который пригодится всем, особенно начинающим. Чтобы узнать, как сделать пруд, мы отправились в гости к ландшафтному дизайнеру Елене Седовой. Мы находимся в саду у Елены Седовой. И у нее ее прудик совмещен с Альпийской горкой, как я понимаю, да? Ну, можно сказать и так. Да? Елена, вот насколько я знаю, вообще устройство пруда, нет такого одного рецепта. У каждого человека есть свой опыт, свои навыки, свои наработки. Вот как действовали вы, каким путем шли вы, что мы здесь видим и как вот это все устраивалось? Ну, это было в давнее время. И я совершала те же ошибки, какие совершают современные садовники и садоводы. А как только появились конструкции пластиковые для прудиков, я ее тут же приобрела и вкопала тут вместе с семьей, с детьми мы вкапывали, сооружали, придумывали, как декорировать берег, чтобы не было видно этого края. И просуществовала эта конструкция лет 6, пока, наконец-то, ее не разорвало
там очередными морозами. Потом я увеличила и сделала уже так, я к тому времени уже занималась ландшафтным дизайном и знала многое о технологиях, и сделала так, как положено, с пленкой, с декорированием берега, с геотекстилем и всеми примочками. То есть выкапывается яма, да? Да. Устилается... Профилируется на те уровни, на которых будут потом размещаться растения, которые есть какие-то правила, да? Конечно, конечно, конечно. Нужно хотя бы 60-70 сантиметров для того, чтобы самое глубокое место, для того, чтобы нимфеи зимовали. Они остаются зимовать в пруду, и эти нимфеи здесь были на 40 и 50 сантиметрах, даже в ту зиму. Суровую, когда промерзало все. И выжили. И выжили, вы видите, совершенно изумительные нимфеи. Вот, после того, как будет спрофилирована поверхность, вся... Нимфея самая глубокая, а вот там, где ирис, это ирисы. Это ирисы, болотные, да? Ирисы болотные, рагоз там есть. Там мельче. Там помельче, да, там помельче. Кстати, нимфея может выставляться на лето тоже на высокое место, и в яму только на зимовку. То есть в зависимости от того, какая нимфея, ее ставят поглубже или пониже, повыше. Вот, после этого все забивается песком, именно забивается. То есть утрамбовывается песок по всей спрофилированной поверхности. Потом укладывается геотекстиль. Следующим слоем идет гидроизолирующий материал, это пленка. Она может быть разного пошиба, или полипропиленовая, или бутилкаучуковая, или какая-либо другая, неважно. А вы бы порекомендовали какую? Ну, наверное, бутилкаучуковую все-таки лучше тянется. Укладывается пленка, определенным образом заворачивается за края, чтобы вода не уходила. А потом уже формируется берег, и декорирование берега идет камнем, либо растениями, либо деревом, либо настилом. Это у каждого уже завершение и обрамление у каждого свое должно быть. Очень часто декоративный пруд в саду устраивают исключительно из-за прибрежных растений. Они выразительны и необычны, а их отражение в воде, которая движется и постоянно меняет свой облик, рождает причудливые картины. Несколько советов для тех, кто хочет завести у себя эти живописные картины. Все растения лучше высаживать ближе к берегу. Растительность не должна занимать более 1/4 поверхности пруда. Водяные растения высаживают до того, как пруд запустит декоративных рыбок. Кроме, собственно, прибрежных растений, есть растения, которые растут прямо в воде. Есть те, которые плавают на поверхности. Есть те, которые растут на мелководье, в зоне перехода от глубокой воды к болотцу. Их корни и основания стеблей находятся в воде, но большая часть побегов возвышается над водой. Для создания сбалансированной экосистемы в пруду и по его берегам желательно посадить растения из всех этих групп. Ну, тут я вижу небольшие хосты, медуницу, живучка, душица. Вот, кстати, душица очень привлекает насекомых. Хотя, казалось бы, это не прудовое растение. Не прудовое растение, но она находится на подступах вот к этой возвышенности. Я не могу ее назвать горкой. Это место было сделано специально для микробиоты. Микробиота совершенно изумительно закрывала своими лапами все это место. На плоскости можжевельники горизонтальные не всегда смотрятся. И можжевельники казацкие, иной раз им хочется повыше, чтобы они всю свою красоту показали, посадить повыше. Вот это было сделано для этого. Но микробиота, к сожалению, погибла прошедшую зиму, и сейчас там посажены можжевельники, которые, опять же, ту же функцию будут, в общем, выполнять. На возвышенности закроют все. Я не сторонница, так сказать, горок на пустом месте, не сторонница. Для меня эти сооружения – это только лишь способ подачи растений. Если вот эта возвышенность – это некий такой, ну, пьедестал или подставка для хвойных растений, то что для вас прудик? Это место для вот нимфей, для просто нимфей и ирисов, или это место, где размножаются стрекозы, или это просто некое зеркало, которое чисто для ландшафтного дизайна, ну, просто элемент ландшафтного дизайна. Что для вас прудик?
Но для меня это экосистема в первую очередь. То есть я сторонница такого установления равновесия в таких сооружениях. Он не чистился несколько лет, могу вам сказать. Да, я не знаю, это достоинство или недостаток, но это позволило... Он живет своей жизнью. Да, он живет своей жизнью, как в природе. Здесь появляются насекомые, и это были сад ясли для стрекоз. В этом году невероятное количество стрекоз вылуплялось из своих личинок, из своих шкурок, и это был процесс, в общем-то, достойный любого юного натуралиста. Стрекоза – удивительное насекомое. Это воздушные хищники, которые на лету охотятся, едят, занимаются любовью. Скорость полета стрекозы – одна из самых высоких в мире насекомых. Стрекоза не может складывать свои крылья вдоль тела, и поэтому мышцы стрекозы во время движения крыльев при полете работают уникальным и ни на что не похожим способом. Знаменитый конструктор вертолетов Сикорский взял стрекозу как образец для проекта одного из своих вертолетов. Еще одно чудо природы – это глаза стрекозы, которые являются практически совершенными. Два полусферических глаза, которые занимают почти половину размера головы, дают ей очень широкое поле обзора. Стрекоза может видеть даже то, что происходит сзади, а комара заметит на расстоянии почти в 10 метров. Глаз стрекозы устроен так, что во время полета она никогда не теряет источник света, и поэтому не заблуждается и не теряется в пространстве. Здесь какие-то водные жуки, здесь время от времени у нас живут караси, которые там тоже размножаются, живут. Но иногда, к сожалению, погибают зимой, потому что пруд промерзает. А иной раз переживают эту зиму и живут дальше. Ну и, конечно же, это место, где можно увидеть великолепие водяных лилий или нимфей. По-другому их вряд ли возможно вырастить. Это расширение ландшафтных возможностей. Мы расширяем ассортимент, чтобы посмотреть, как эти растения живут и радуют. Есть ли какие-то вот специальные подходящие растения для прудов? Потому что вот я вижу облепиха, она ведь не является растением прибрежной полосы. Конечно, но облепиха очень здорово подражает иве. Конечно, бы здесь хотелось увидеть иву, да? Облепиха как раз то растение, которое может подражать иве, выглядеть как ива, серебристым листом узким. И, в общем-то, экологически она не здешняя, но визуально она кажется из этой именно, из этого сценария. То есть растения в природе, природные растения настолько пластичные, что они могут и заменять места, и сочетаться друг с другом, даже, казалось бы, в таких неклассических сочетаниях. Ну, в общем, каждый творец и каждый в меру своего мироощущения создает то, что ему хочется. В первую очередь все это должно быть приятно самому хозяину, самому владельцу сада. Это в первую очередь. Не надо ориентироваться на то, как вас примут гости. Мне кажется, это немножко излишне. Они вас примут правильно. Если гости принимают вас как личность, они вас примут и ваш сад, как продолжение вашей личности. Елена, ну и, наконец, заключительный вопрос. Вот человек, который решил завести у себя прудик, он читает книги, он смотрит, может быть, передачи. Вот каких ошибок вы бы ему посоветовали избежать? На какие грабли не наступать? Чего не стоит делать, если вы затеваете пруд? Не стоит бояться ошибок. Это самое первое. Не стоит их бояться, они будут. Как бы вы внимательно не прочитали, как бы вы внимательно не изучили, все равно будут какие-то моменты, тонкости, которые вы не заметили или не увидели, или они не были сказаны в книге, и вы сами нашли выход из положения. И это, наверное, самое ценное. Не бойтесь строить, не бойтесь, не слушайте никаких оговорок, что это сложно. Дерзайте, ваяйте. Я думаю, что ваш ландшафт с благодарностью вам ответит на все. Спасибо. Мы сегодня начали с японской поэзии. Ею закончим. Все кружится стрекоза. Никак зацепиться не может за стебли гибкой травы.
Устройте себе пруд. Помогите стрекозам. С вами была Ирина Белышева. Пишите нам, и в любое время года мы готовы поделиться ландшафтными хитростями.